Дубль номер 6, поехали. В этот раз получится? Последний раз с вами здороваюсь, ребята. Я в 2018 году. Ура, я наконец-то сказал в 18, а не в 19. Что забавно, учитывая, что я абсолютно трезвый. Но не суть. Текст не готовил, размазывать сопли не буду. Просто спасибо всем, кто смотрит, кто там лайки ставит. Ну, больше всего, на самом деле, конечно, кто общается, кто поддерживает. Это очень много для меня значит. Я вчера на трансляции рассказывал, как много это значит. Решил просто в отдельный видосик не выносить. По определенным, там, так сказать, причинам. Не суть. В общем, 18-й год в плане стримов получился не очень. Зато 19-й обещает быть веселым. Как раз таки благодаря вашей невероятной поддержке. Благодаря тому, что... Опять-таки, произошло на последнем стриме. У нас будет намного больше взаимодействия со зрителями. То есть с вами. Да, будем вместе летать в каких-то упоротых форматах. Может быть, я даже начну учиться PvP. Почему бы и нет? Теперь нет повода крабить нон-стоп. Так что 19-й год обещает быть таким серьезным годом перемен. В лучшую сторону. Я надеюсь, не только у меня. Да, то есть у меня там ребенок появится, новая должность у меня должна будет появиться, иначе я не знаю, как буду концы с концами сводить. Стримы у нас станут намного более интересными. По выше обозначенной причине. Не знаю, как часто смогу уделять время. Так как часто, я постараюсь. Потому что, как, например, показала неделя... последние недели стримов, где я стримил каждый день, вы меня настолько заряжали, что я иногда садился без малейшего желания стримить. Но я начинал стрим, и вы меня вот, ну, заряжали. Иначе не скажешь. То есть, огромное вам спасибо. Я постараюсь в 19 году еще больше контента. Да, и, кстати, наконец-то поставлю Татару. Вот теперь просто возьму и поставлю Татару. Вот. Поэтому, в принципе, все желающие, там, планетарка, маркет, все дела. Ну, вы помните эту тему. Ну, и как вы можете видеть на экране, естественно, это будет полицейский Кронос. Кронос отправится в Коэс-Сити. Может быть, один, может быть, со зрителями. Посмотрим. Посмотрим. В общем, у меня, знаете, у меня... 60-70% контента это тупо экспромт, поэтому получается, может, не очень качественно, не так качественно, как мне бы хотелось. Но, с другой стороны, мне нравится вот как-то не по рельсам ехать. То есть, вот куда заведет нас сегодняшний стрим, туда заведет. Главное, чтобы не в уныние заводил. Вот. Так думаю я каждый раз, без не придерживаясь какого бы то ни было плана. Блин, ну, извините, такое кривоватое, конечно, обращение. Всем всего в 2019 году. Пусть он будет лучше, чем 18-й, да, ну, вот такое стандартное поздравление. Пусть у всех все будет хорошо. Спасибо вам всем, ребята. И удачи.